свое время я, как и все мамы малышей, прошла через это испытание. Приучала сына к горшку. Но если бы тогда было такое разнообразие горшков, как сейчас, я бы, наверное, вообще растерялась. Поэтому сегодня нашим звездным мамочкам поможет разобраться в этом вопросе наш эксперт и мой друг, педиатр Федор Рытиков. Федор, здравствуй. Здравствуй. И в гости к нам заглянули наши звездные мамочки Надежда Мейхер и Дашенька Трегубова с доченькой Полиночкой. Спасибо, что пришли. Тема важная, актуальная для всех. Ну что, в каком возрасте можно уже ребенка отучать от подгузников и приучать к горшку? Человек, вот эти вот все функции, что касается дефекации, мочеиспусканий, начинает контролировать все-таки на втором и третьем году жизни. Поэтому, наверное, и приучать к горшку стоит все-таки на втором году. То есть, когда ребенку исполнилось... Когда ребенок созрел, когда его нервная система созрела, когда он созрел, когда он может сесть, контролировать свои функции, и вот тогда надо его приучать. Потому что бесполезно высаживать в совсем младенческом возрасте и с умилением наблюдать, что что-то получилось. Ребенок все равно не сформирует этот рефлекс. Но мне почему-то казалось, что когда он научился ходить, ну там в годик, да, например, ему можно уже пробовать приучать Пожалуй, горшку. Пожалуй, да. Ребенок начал ходить, это очень здорово. Но давайте говорить, что развитие ребенка не только хождением определяется. Все-таки он у вас должен определенным образом адекватно реагировать на многие вещи. То есть он должен сказать: мама, посади меня покакать. Ну, это... Или просто: мама, пора. И вы должны понимать, что, например, ребенок сам до некоторой степени контролирует ситуации. Он вам дает знать, что у него там мокрый подгузник, да, это негативная реакция. Или ребенок хочет сейчас, вот извините, покакать, и он тоже определенным образом, определенными какими-то звуками, жестами, мимикой говорит о том, что вот сейчас вот это будет. И вот в этот момент, наверное, уже можно приучать его к горшку. У меня сын, я помню, в детстве, когда хотел какать или писать, у него становился такой взгляд. Но в этот момент уже было поздно. То есть это значило, что мама, я уже все. Но он был еще тогда маленький. Правильно. Он был маленький, но он хотя бы сигнализировал, что процесс уже произошел. И это тоже хорошо, и за это надо было его похвалить. Умничка, что укакался. Конечно, конечно, конечно. А как иначе? Значит, ребенок умеет как минимум ходить и сидеть. Он умеет показывать как-то, что он хочет в туалет. Какие еще признаки, по которым можно определить, что пора уже к горшочку прийти? Да, собственно, наверное, уже и хватит. Достаточно, да? Да, да. Слушайте, у меня очень много знакомых мамочек, молодых, там, постарше, которые родили детей где-то в тот же период, когда и я. Очень многие ребенка еще, конечно, не на горшок, но пошла новая тема. Это там, типа, чуть ли не с месяца или с двух высаживать над раковин, как бы прелюдия к горшку. Это стоит делать? Я этого не делала, сразу говорю. Я ленилась. Да и не надо. Но у меня Поле 10 месяцев, и на горшок я ее последний месяц уже высаживаю периодически. Вот когда она, как вы говорите, демонстрирует всем своим, что вот сейчас... И, честно говоря, мне страшно повезло, потому что, ну вот, скажем, за те, по-моему, раз 6, когда я садила, первый раз она пописала, второй раз покакала, потом просто посидела, а потом опять покакала. Это тебе хлопают. Это гениальный ребенок. Да, это все гениально. Но согласись, все-таки это не система. Но это совсем не значит, что она себя прекрасно контролирует, она приучена и так далее. Нет, все-таки этот рефлекс формируется немножко позже. Я думаю, что в приучении ребенка к горшку еще немаловажен момент того, какой именно горшок выбирать. Сейчас... Да, Полиночка. Я даже слышала, что высаживать детей на горшочек раньше времени может быть вредно. Смотря в каком возрасте, да, прежде всего ребенок должен хотя бы сидеть. Спокойно держать равновесие, сидеть, чтобы это не доставляло ему каких-то сложностей. То есть действительно вредно, если ребенок еще сидеть не научился? До какого это возраста? Давай говорить так. Мы знаем, что с 6 месяцев ребенок сидит. Да, нормальный ребенок. Но могут сесть и позже, и надо, чтобы это было устойчиво, нормально. И мало того, чтобы у ребенка не было никаких проблем, скажем так, с опорно-двигательным аппаратом, подвижность всех суставов. У нас была вот проблема с ядрами окостенения, и нам врач сказала, что лучше пока не садить ее особо и не ходить. Да, если был намек на дисплазию какую-то, то лишний раз это движение вроде ни к чему. Есть другой совершенно аспект. Есть аспект, когда родители стремятся во что бы то ни стало ребенка приучить к горшку и усердствуют в этом. Вот это категорически нельзя насильственно приучать ребенка к горшку. Попробовали, не садится, не хочет, не надо. Не формируйте отрицательное отношение у ребенка к горшку. Закрепиться будет
плохо, больно, противно, потом получите массу проблем. Он будет бояться просто к нему подходить, он будет орать, он ни за что не сядет. Не надо насилия. Посадили, получилось хорошо, не получилось тоже хорошо. Ритуал должен быть мягкий. Ну вот я и показываю на горшок, говорю, посмотри, вот глазки, да, глазки смотрят, да, на тебя, да, как ты на него садишься. Это, кстати, хорошо работает. Ну, не все истории бывают трагичными. Я знаю, у Надюши есть веселенькая история. Веселенькая, да, история. Ну, нам приблизительно вот было как раз где-то 2 годика. Сыну, да? Да, сыну. У нас были гастроли по Казахстану. Я зашла в детский магазин и увидела там горшок. Вот все горшки, которые здесь выставлены, это просто ничто по сравнению с тем горшком. Это было похоже что-то на трон. Там музыка. Он по-особому раздвигался, открывался. То есть он был какой-то такой, вот, это вот 2 раза больше, чем там, вот этот горшок. И ты в него влюбилась? Я его купила. И я его привезла в Украину. Что печально было, мой ребенок практически в него не садился. Ему жалко было такую красоту вообще портить. Да, он был разноцветный, он был очень красивый. Ну, потому что он отвлекал от основного вида деятельности. Я поняла, вот, что горшки должны быть очень простыми. Честно говоря, я тут вот выбирала компромисс между тем, о чем говорит Надя, и между тем, о чем говорят девочки, которые любят, чтобы там была и музыка, и фонтаны, и все прочее. Я выбрала такой средний вариант. Единственное, я сейчас начинаю понимать, что сам горшок, возможно, можно высоковат, а спинка у него низковата для ребенка. Угу. Что скажет доктор? Какой горшок идеален? Доктор, посоветуйте. Спасите. Вы знаете, я боюсь, что я скажу вам, что чем проще, тем лучше. То есть мы сегодня уходим вот с тем розовеньким, да? Присмотри. Кстати говоря, он мне нравится. Он обтекаемый, никаких острых вот здесь, вот смотрите, острые какие-то края. Безопасность, да? И еще один момент. Вы знаете, физиологическая поза, оптимальная для опорожнения, это не когда он сидит на троне, а когда вот он сидит на корточках... Да вы что, так вот, может детей так и приучать? Когда родители держат ребенка, так они формируют именно эту позу, и хорошо происходит опорожнение. Все правильно. Поэтому горшок не должен быть очень высоким, чтобы все-таки ребенок сидел, и коленки были довольно высоко. И то же самое касается, когда ребенок приучается к унитазу. Есть специальные детские сиденья. Так вот, пожалуйста, сделайте подставочку для того, чтобы ножки в этот момент ребенка тоже были повыше, чтобы они не висели. Тазовое дно в этой ситуации не опускается, когда ноги висят, и ребенку тяжелее опорожниться. Первое. Горшок должен быть достаточно низким. Из наших горшочков какой? Вот они мне нравятся. Розовый и голубой. Да, голубенький. И тут естественный вопрос. Для девочек и для мальчиков разные горшочки должны быть? Розовый для девочек, голубой для мальчиков или еще какое-то отличие? Ну, как по мне, так действительно предпочтение цветам отдать. Говорят, что для мальчиков нужно удлиненный, из-за анатомических особенностей, для девочек можно круглый взять. Надо фиксироваться скорее на том, чтобы он был обтекаемый, удобный, не избыточно яркий и не содержал излишних функций. Без музыки, без 3, да? Да, без 3G, музыки и так далее. Это абсолютно не надо. Что касается безопасности, что может быть опасным для ребенка в горшке? Давайте говорить так. Опасным для ребенка в горшке может быть сам материал, из чего он исполнен. Мы должны быть уверены в том, что наши дети сидят на пластике, который не выделяет никаких вредных веществ. Вот это самое главное, и не должен иметь каких-то острых углов. Какие материалы могут быть опасны? Фенольные материалы. Знаете, вот как и игрушку, так и горшок, выбирая, понюхайте его. Он не должен издавать фенольного запаха, и попросите все-таки сертификат у продавца, чтобы все-таки это была легальная продукция какой-то приличной фирмы. Благо сейчас, в общем-то, много фирм хороших, да, представлено на нашем рынке, и выбор горшков приличных есть. Берешь горшок, новый еще пока. Угу. Вот он не пахнет, вот сразу хочешь понюхать. Отличный горшок. Во многих странах, европейских, особенно в Скандинавии, считается, что ребенок до 4 лет имеет право не быть приученным к горшку, имеет право не удерживать мочу и кал. То есть и это, за это его не вздумайте ругать. Полина очень радуется. Не вздумайте ругать детей за то, что они что-то не удерживают. Должно быть только позитивное стимулирование человека. Ребенок категорически отказывается садиться на горшок. Что делать? Подождать. А если и в 4 года?
Да сядет. Мы все сели на него. Говорят, что очень долго, в принципе, ни взрослому человеку на унитазе, ни ребенку на горшке сидеть нельзя. Это вредно. Вот сколько по времени нужно держать ребенка на горшке и ждать, что он там что-то сделает? Если он ничего не сделал, когда его снимать? Ну, посидел, потужился, вы видите, что ничего не происходит. Несколько минут снимите по-хорошему. Ну, то есть, скажем, по полчаса? Да. Не, полчаса уже не надо. Не надо. Ну, Даша настроена решительно. Это избыточно. Не надо, чтобы ребенок очень долго сидел. О! А что Полина хочет Полиночка? Полина, по-моему, показывает, как она будет мне демонстрировать, что она уже готова морально. Спасибо, девчонки. Спасибо, Федор, огромное.